Зашквар-мультипликатор. Кривой аниматор. И... аниматор ого уровня? Это нулевого уровня, тупица. Сам тупица, читать научись. А также Univer Pictures, 22 Fox Век, Статуя Свободы и Rock Studio. О боже, кто это писал? Представляет! О божечки, это же Бэкст! О, ну наконец-то! Это было давным-давно. Тогда еще не существовала вселенная Roblox. Вышел заяц на крыльцо почесать свое яйцо. Блин, да когда же это кончится? Но были созданы персонажи, которые блуждали по бесконечности. Чтоб я еще раз согласился на это альфа-тестирование! Я скоро здесь вообще с ума сойду! Персонажи были разделены друг от друга, поэтому они скитались в одиночестве, ожидая чуда от разработчика. Да. Эй, разработчик, может, ты мне скинешь что-нибудь, а? А то здесь совсем скучно. Жёванный тот. Ты там чё, с ума сошёл? А если бы я откинулся от испугу? Не, ну спасибо, конечно, за оперативность. А ну-ка, что это у нас здесь? О боже, что мы, как здесь всё упаковано. А ну-ка, что это такое? Что это? Пустая кружка с трубочкой? Оу, вот это рожица. И чего мне с ней делать, воздух пить, что ли? А, пофиг. Да ладно, золотишко что ли? Тут ты, блин, яйцо. Ну, можно пожонглировать. Опа, опа. Ой, какое оно скользкое. Увесистое такое. Может, ты желание исполняешь, а? Не понял, ты чего? Вернись обратно. Ты чё, колобок яичный? А, ну ладно, недалеко ускакал. Ну хорошо, валяйся там пока. Чё у нас здесь ещё есть? Это дало... Это что, прикол, что ли, разработчик? Вначале яйцо, потом курица. Нафига мне резиновая курица? Дай мне нормальную курицу, которая несет яйцо. Сейчас, походу, подушка-пердушка будет. А, не, смотри-ка, желудь. Желудь, ты мой драгоценный желудь. Желудишка, какой ты ценный, да пошел. Пусть белки грызут. Сейчас, походу, следующее по-любому насос достану. Да ладно. Книжка. Будет что почитать на досуге. Сейчас, походу, следующий по-любому насос достану. Да ладно. Книжка. Будет что почитать на досуге. От нуба до разработчика. Ну ладно, намек-то я понял, почитаю. А это что такое? О, топор. Топор, спасибо тебе, разработчик, за топор. Что за звук? О. Да вы шутите. Ну, наконец-то. Достал топорик из кармана. Буду бить, буду рубить, все равно тебя... Не руби его. Кривая анимация Бэкст. Озвучка Бэкст. Идея Бэкст. Мультипликатор ого уровня Бэкст. Если понравилось, не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Всем пока.